Всем привет, меня зовут Любомир Борода. Сегодня хочу представить вам новые станки для плетения, так называемый паракорд джиг. В отличие от моих предыдущих станков, эти станки имеют более широкую рабочую платформу, у них нет крутящихся башен, вот, в отличие от предыдущих. Но, на мой взгляд, это более устойчивый станок, который легко держать как на коленках, также облокотить его на стол. И, соответственно, на рабочую платформу можно разместить несколько различных крепежей. Доски мы эти запускаем такого плана, чуть-чуть пошире. Вот. И как это выглядит у меня, собственно, я уже больше года плету вот на этой доске. Я не хочу ее менять, она меня устраивает. Тут стоят все мои разметки, как мне удобно. Крепежи я сделал вообще из детского конструктора старого. Такие вот жестяные крючочки, палочки. Для меня все это удобно. А в предыдущих своих джигах я по умолчанию ставил вот такие пластиковые крепления и сразу навешивал на них более используемые фастексы при плетении. А в данных станках я по умолчанию ничего не ставлю, но опционально на заказ клиента мы будем ставить все, что пожелает клиент. Если же клиент захочет сделать свои металлические крючки или другие крепления, он, соответственно, может поставить это сам и приобрести просто заготовку станка. Также хочу обратить внимание, что в станке специально под планкой оставлена прорезь для того, чтобы вы беспрепятственно здесь могли разместить любую линейку. То есть вы можете наложить, прикрепить, прикрутить, приклеить любой ширины, это достаточно большая поверхность, для собственной разметки. Вот. Также опционально линейку могу поставить я. Собственно, на этом все. Пишите, обращайтесь, задавайте вопросы. С вами был Любомир Борода. До новых встреч!